Байро Групп Продакшн представляет. Сейчас, куда нам примкнуться? Находимся в сити-центре, именно здесь и сейчас будет выступать группа Скрябин. Отдай микрофон. Все модники Одессы и области приехали на это светское мероприятие. Что вы делаете в сити-центре? Я пришла со своей супругой, с Леночкой, я хочу ей купить новое. Здравствуйте, Леночка. Чтобы мороженое ей куплю. Оружие будем покупать, органы и наркотики. Но это не надо ставить, запикайте вот. Наркотики мы не покупаем, мы их продаем. Подъезжаю, выхожу, чуваки такие, Скрябина сегодня приезжает. Ну, я такой, Скрябина? Скрябина. Это сити-центр. Что крикнуть? Чувак, да я просто. Что просто. Это хардкор! Спасибо. Как вам мой наряд? Мы обалдели, когда увидели. Я вижу, я чувствую у меня взгляд на жопе. На вас очень модный пиджак. Ну, ее пиджак моднее, чем какой-то. Можем поспорить? Бывает. Во-первых, она теплее, значит, она моднее. Летом теплее, это хуже, чем моднее у нее. Все, сваливаем, спасибо большое. Мы валим. Ну, пожалуйста. Скажи, чем пирожок? С миндалем. С миндалем? А миндаль можно есть? Да. Со слюной, спасибо. Скрябин пьет пиво. Нет, это не Скрябин. Здравствуйте, похоже на солиста сегодняшнего концерта. А это настоящее? Да, настоящее. Нет, серьезно. У меня что-то крутил, но ни хера не получилось. И тем крутили. У меня просто, зато у меня борода пышная. Это да, у меня все волосы. Спасибо, все волосы шло. Девчонки, что вы рисуете? Надо трусы нарисовать, он же продюсер, да, по-моему, боюсь трусов? Или нет? Вы шанатки должны знать. А, кстати, хорошая идея. Пришли на концерт? Да. Нравится вам? Да. Девочки хотели нарисовать бороду, а нарисовали волосы. Кузьма за этой спиной, за этой косой. Здравствуйте, я ваш поклонник, Денис. Нет. Ну, борода, на самом деле. Передача у нас борода. Вы сегодня в Одессе, как вам все, нравится здесь? Да, блин, погода какая странная, я не привык до такое, знаешь, завжди приезжал спокойняк, а тут... А что это у вас за кетеринг такой? Широкий, ты, блин, не знаешь, что это кетеринг. Да я не пью, потому что у меня, когда я начинаю пить, у меня борода выпадает. А передача называется «Борода», поэтому пить я не могу. Что будет сегодня, много репертуара у вас? Не знаю, непонятно, подъезжай, выйдем на сцену, мы тоже так... Вы как я, начинаете, а там уже как пойдет. А, знаешь... Дуже быстро починаю і дуже довго не можу кінчити. О, я в очках, извините, просто у вас такі красиві голубі глаза. І у мене, да? А у мене голубі глаза? Мене, блядь, не інтересує твої глаза. Я на самом деле женат, ви не подумайте. А плануєте щось купити в сити-центрі? Ваш, мы что-то купим, у меня есть, кстати, немного денег. Ты закрыешь кого-нибудь рот еще нет? Не, просто у меня есть немного денег, я могу что-то купить. Вот так вот нам дается нелегкий труд попасть на сцену. Привет, как дела? Что слушаешь? Да ничего, все в порядке, Скрябина слушаю. А ты вообще прикольный. Сельпо покупаете что-нибудь? Ну, конечно, сейчас иду туда. Носки, например? Не, носки не носят? Нет. Кто будет отвечать? Я. На сегодня нарядов нет. Что для вас вообще стиль? Для Насти? Ну, для ваших клиентов. Вот в спортивных штанах приходит чувак такой, в спортивных штанах и в кроссовках, и в туфлях. Просто. Да? Вайсман творит чудеса. Творит просто. И девочки что здесь творят? Примерочно? Так, заходим, не пугаемся. Мы уходим. Нравится машина? Отстой. Девушка, а что вы купили в Сельпо? Воды, сладкого. Проголодались? Да. А я вижу вас, Жан-Жак, это не сладости, это коньячок. Не сутулься, надо ходить, грудь вперед. Вот, смотри, красиво. Мама посмотрит по телевизору и скажет, какая у меня красивая дочь. Ровнее, пошла, так, и за ней. Отлично. И ты за нами уходишь. Нравится? Ничего, я да. Тебе нравлю. А шуба? Нравится. Чья? Ваша. Можно на ты, мы же одногодки. Папа какой крутой. Борода. Здравствуйте, мы как родственники, блин, как братом встретил, так приятно с мужчиной с бородой посидеть. Меня Скрябин выгнал в интервью. О, вот видите, Скрябин... Знаете, почему он меня выгнал? Потому что он почувствовал конкуренцию. Я тоже нормальный, видный парень. Да вы что? Вам нравится мой стиль? Очень. Когда я нуждаюсь носить много денег, я нуждаюсь много карманов. Смотрите, у меня один карман, но...
У меня в одних карманах деньги, которые я сейчас трачу, другие карманы деньги потом и немножечко еще. Класс. Все. Спасибо. Выбирайте очки. Нас девочки снимают на телефон. Ну, вам нравится, что сити-центр устраивает такие мероприятия? Да, супер, супер, правда. Скрябин очень мне нравится. Скрябин крутой чувак. Уважаю его. Вы тоже? Да, я даже разговариваю на украинском. Так? Конечно. Вам вообще нравится мероприятие? Да, отлично, концерт хороший, магазины полны людей, все замечательно. Так, останавливай, Вадим, ставку говорят про магазины. Вообще в магазинах сильно много людей, я считаю, что это ненормально. Почему? Так, это она уже слишком начинает рассказывать. Что это у вас на лице? С какой стороны? Да нормально, а что-то коричневое, можно попробовать? Ну если оно капнет на меня. Не-не, я на тебя тут. Не капнуло. 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 Простите, я бы залезал, но женился вчера. Как в шоколаднице хорошо. Скрябин, Скрябин, мы тебя любим! Хорошего вечера! Душу, я її не бачу, тому светер знятий.